Добрий день, шановні друзі. Мій сьогоднішній співрозмовник повернув людям повагу до справжньої патріотичної пісні, яка викликає і гордість, і сльози. Сьогодні у нас в гостях народний артист Росії Микола Расторгуев. Ви немножко успіли позасідати в Государственной Думе Росії. Вас эта атмосфера напрягла или вам было интересно? Местами было интересно, местами скучно, много идиотизма. Ну, как и везде, собственно, во всех таких структурах. Потом я просто посмотрел, какое количество законов рассматривается. Вот, невероятное количество просто. Вот, и пятый созыв, он как бы был настолько в тандеме с Кремлем, вот, и тем более было конституционное большинство Единой России во фракцию, в которую я входил. Вот, и поэтому практически все законы, которые представлялись из Кремля и из правительства, автоматически принимались. Потому что там сидели, насколько я понимаю, там сидели эксперты, которые знали, тем более во время кризиса, знали, что нужно делать, и делать быстро, без всяких болтовни. Там, ну, знаете, как обычно, забалтывают всю эту историю, и в конечном итоге там многие законы очень, допустим, актуальны, они не принимаются уже там лет 10-15. Вот. И поэтому там выставляли какие-то более приоритетные истории. Вот. Но насколько я успел понять за те полтора года, что я там был. Вот. С некоторыми я согласен, с некоторыми не очень. Вот. Я вот не знаю, этот закон последний про защиту детей от информации там, и так далее. Это просто очень недоработанная история, непонятно. Тогда нужно просто днем, чтобы телевизор был именно вот в таком вот виде. Понимаешь? Не горел вообще. Вы в Государственную Думу с портфелем ходили? Нет, у меня там было все на меня, у меня был кабинет свой. Зачем с портфелем? Я просто... Меня привозили туда, я заходил. В костюме? Дресс-код, да, в костюме. Вы ощутили себя серьезным таким значимым человеком? Да нет, особенно. Да я и раньше, в общем-то, чувствовал себя нормально. Я как бы я не комплексую на эту тему. Я ходил в джинсах туда, конечно. Да? В свитере, да. Но, знаете, нам-то позволено многое артистам. Вот можем прийти на... Хорошим артистам. Да, ну вообще. Да, позволено прийти там как-то несколько выбиваясь из дресс-кода какого-то, такого официоза. Какие годы для группы Любэ были самыми удачными, продуктивными, на ваш взгляд? Нет, трудно сказать. Оно как-то... Волнами, да? Понеслась, вот, и оно так и не заканчивается никак. Слава Богу. Вы думали над тем, что рано или поздно это может закончиться? Группа может распасться, авторы могут перестать писать? Я думаю, вряд ли пока. Вот, не, но когда-то все, конечно, закончится. Я смотрю сейчас на фантастическую популярность, совершенно непонятную для меня, Стаса Михайлова. И не могу себе дать ответ на вопрос, а за счет чего он так популярен? Ну, вы не одинок. Это нужно делать. Это целое социологическое исследование нужно проводить. Вот как это возможно вообще? Ну, наверное, возможно. Потому что, наверное, все-таки существует какой-то определенный срез публики женской, при том. Вот недолюбленный, недоласканный, ни до чего вообще, вот чего не возьмись, да. Вот, и именно они ведутся на вот эту историю. Есть такой очень хороший анекдот на эту тему. Во времена дикой популярности Стаса Михайлова и Елены Ваенги все напрочь забыли про певца Юлиана. А ведь это я первый начал петь эту хуйню, заявил он. Я так понимаю, что в машине песен Стаса Михайлова вы не слушаете. Да ну что вы, нет. Я просто... Я не могу это слушать. Сейчас даже появляются такие пожелания, знаете, со знаком минус там. Чтоб тебе сидеть вечно на первом ряду на концерте Стаса Михайлова. Типа того. Кто из коллег вам нравится?
Немногие. Вот. Я обычно, вы знаете, что так особенно никто никого не слушает. За редкими исключениями. Вот. Какие-то там песни, какие-то, что такое, ну, да, вот это там. А так я со многими в ровных отношениях абсолютно. Вот есть ребята, которые, с которыми я так, ну, мы достаточно близки, как бы по внутренним каким-то, по возрасту, там, по каким-то историям. Вот. Ну, кто это? Так, Меньков, там, Саш, Маршал. Угу. Там, Леня Гутин, Валера Мелаза. Вот, они как бы, ну, по крайней мере, вот это живые, достойные ребята. Вы на концерты кому-то ходите? Нет, редко. Вам не Мы интересно? Мы обычно встречаемся просто. Вам не интересно? Ну, я не сказал бы, чтобы мне было очень интересно. Я вообще не привык сидеть на одном месте. Мне хочется встать, кофейку сделать себе. Вы такой стопроцентный мужик. Вам не одиноко в переполненном гомосексуалистами российском шоу-бизнесе? Ну, я, честно говоря, не обращаю на это внимания. И потом я особенно не свечусь так вот, почем зря, знаете. Вот. Мне то, что у меня есть, мне этого вполне достаточно. У меня достаточно очень узкий круг людей, с которыми я общаюсь вообще. Это друзья. Вот, собственно, остальные приятели, знакомцы, там, и все, не более того. Что такое настоящий мужчина, на ваш взгляд? Ну, если я скажу, что он не курящий, не пьющий, не ругающийся, то вот вы глубоко заблуждаетесь. Вот, это человек, который может делать все, абсолютно, и все вышеупомянутое. Вот, но главное, наверное, у него должен быть стержень, должен быть... уверенный в себе, знающий себе цену, умный и порядочный человек. У вас очень хорошие глаза. Вы сентиментальный человек? Я? Да. Наверное. Вы замечали за собой проявление сентиментальности? Да нет, ну конечно. Есть же некоторые там, произведения искусства, там, киноискусства, где просто есть такие надрывные сцены, вот, где действительно пробивает. Вот, и в каких-то... И потом бывают такие состояния, когда слушаешь музыку какую-то, вот, и тоже так пробивает. От музыки? От музыки, да, конечно. Вы часто смотрите кино и ходите в театры? В театр редко. Я не скажу, чтобы я очень люблю театр. Очень делаю. Вот. Кино смотрю часто. Разное. Вот. Но есть фильмы, которые, ну, их можно отнести к классике, я не знаю. Вот. Но я считаю, классическое произведение, это которое можно поставить с любого места и смотреть дальше. Вот. Их не так много, на самом деле. У вас двое сыновей. Вы их воспитываете вообще? Я хотел бы спросить, как вы их воспитываете? Для начала спрошу. Надо. Или вы их воспитываете? Это такая... Что значит воспитывать? Я немножко недопонимаю. Вы с ними общаетесь? Понимаю. Сейчас, да. Общаюсь, конечно. Мне старший... Сейчас я внучку отвел в первый класс. 1 сентября. Старший Паша. А младший сейчас поступил в военный университет. Ух ты. Да, он сейчас курсант первого курса. Ему сейчас тяжело. Привыкает. Вот, потому что первый курс самый тяжелый. Там просто конкретно армейская история. Вот, ну, как бы он становится военнослужащим, срочная служба. Это первый курс. Не вот. Жалко его? Да, ну, жалко, но нужно в себе это нежное чувство, нужно давить просто. Да. Ну, иначе не получится ничего. Потому что в теперешних условиях, вот, когда дети... были, не были, ну, были, вернее, предоставлены сами себе зачастую, потому что родители многие занимаются выживанием, зарабатыванием денег там и так далее, ну, много всяких причин. Вот потом телевидение там и так далее, компьютеры.
До учебы у них руки не доходят, вот, за всем проследить трудно. Поэтому разгильдяйства немного просто, дисциплины не хватает, катастрофически просто. Вот, я просто убежден, что... Ну, по поводу психологов, это вообще отдельная тема, что это такое. До сих пор никто не знает. Вот. Все это навязанная какая-то хрень, все время нас навязывает оттуда, откуда-то. Какие-то свои истории. Но осталось еще ювенальную юстицию вести, да, и уже и труба. Вот это, знаете, когда не существует вообще никаких семейных ценностей и традиций, вот тут уже путь к ювенальной юстиции. Уже все. Это уже пропащая страна. Вот. А что касается там психологов, я думаю, что воспитание в такой грубой такой форме, оно должно сводиться между кнутом и пряником. Вот это пространство. Вот, должно укладываться все это дело. Потому что ребенок должен знать, что хорошо, что плохо. Раньше мы знали, по крайней мере, на эту тему было написано даже какие-то литературные произведения. Крошка сын к отцу пришел. И так далее. То есть, что такое хорошее, что такое плохо. Вот, как-то объясняли. Не только папа с мамой, которые иной раз не успевают это сделать, но и в школе. Там. Сейчас всем по барабану. Вот, поэтому выбор вот такой вот жестковатый, вот, я думаю, это самый лучший выбор. Вот, я так считаю. Это моя личная история, моя семья. Вы вот сказали кнутом и пряником. Был кнут по отношению к детям тоже? Но не в смысле в прямом. Розок не было? Там. Нет, конечно. Вот, имеется в виду какие-то условные наказания. Условные. Чтобы боялся чуть-чуть хотя бы то, что будет за то, что он плохо сделает. Чтобы было опасение, что это неправильно. Но это должно быть. Конечно. Вообще-то. Дети ваши песни слушают? Ну, младший слушал втихаря, при мне стеснялся. Почему-то всегда. Я прихожу, он бам и выключает сразу. У них есть любимые песни? Не знаю. Вы никогда не говорили с ними на темы своего творчества? Я вообще на тему своего творчества дома не разговариваю вообще. Залог успешной семейной жизни. Да, и потом я дома, я муж, отец, там, и все. Вот. А то, что я там народный, там, и так далее, можно перечислять. Это никого там не волнует вообще. 10 лет назад вы дебютировали на сцене театра Маяковского в драматической роли. А что это был за спектакль и что это была за роль? Ну, это был такой опыт. Вот. Но мы не смогли продолжать, сыграли только 10 спектаклей, вот этих премьерных. И уже когда все начинало получаться, как это обычно бывает, уже как-то в ноги, уже как-то все нормально. Вот. И тут я просто не смог вот, со своим графиком и просто уместиться в эту историю. Потому что там тоже были партнеры, тоже были заняты известные люди. Стеклов, там, Шанина. Uh-huh. Вот. И у них тоже свои графики. Совместить было просто невозможно. Поэтому я эту историю похерил просто и все. Но зато был опыт очень показательный такой. Потому что я понял, что такое профессия драматического артиста. Это невероятно трудно. Но как после стадионов многотысячных было играть для такого небольшого сравнительно зала? Это была разница? Разница не в этом. Разница в подходе в самом. И, на мой взгляд, им кажется совершенно по-другому, драматическим артистам. На мой взгляд, спеть с выражением гораздо легче, чем сказать. Вот так? Да. Ну, это я так вот сейчас фразу такую сказал. Вот мне кажется так вообще. Потому что действительно трудно себя там поставить. Ну, человек может сыграть там одну единственную роль, как говорят, самого себя. Может. Один раз. И все. Если повезет. Да. Вот. И все. Вот. А тут нужно кого-то изображать. Для этого нужен талант, склонности к обезьяничению. Я не знаю, такие... Вот, потом это отсутствие комплексов с детства. Вот, ну, что такое. Вот такой мгновенный разгул фантазии. Там. Ну, это, я имею в виду, артистов таких очень крупных и серьезных не так много вообще-то. Есть люди, которые там владеют какими-то
историями. Вот. Но не сказать, чтобы они были выдающиеся. Их очень много. Вот. Они как бы крепкие актеры, но и не более того. Но есть выдающиеся, которые могут сыграть все. Вы сказали спеть с выражением. Я чуть-чуть проникаю в вашу творческую кухню. Когда вы видите перед собой новую песню, вы заранее думаете, где вы будете расставлять акценты в ней, или как Бог на душу положит? Это как получится. Это нужно впевать же ее сначала. Зависит от песни, да? Да. Это непосредственно история. Так трудно сказать. Кинокарьера у вас была более удачливая, чем театральная все-таки? Ну, я бы не сказал, что более удачная. Просто снимался там в мюзикле Алексея Николаевича Сахарова, покойного. Вот. Но это было в такие времена, это конец 90-х годов, когда полный развал, еще очень плохая пленка. Вот. Все как-то по старинке, никаких компьютеров тебе, ничего там, мгновенного монтажа, чтобы тебе можно было показать или как-то среагировать мгновенно на площадке. Там нужно проливать пленку, потом ждать результат, посмотреть. В общем, целый геморрой. Вот, и я, это не был успех картины. Ну, она случилась и случилась. Но в кино тяжелее, правда, сниматься, чем по сцене? Даже ходить и петь с выражением? Тяжелее. Но это кому как нравится. Там очень много каких-то затыков в кино. Я имею в виду, ждать нужно много, долго. Вот, надо сказать, там, я не знаю, кадр там длится 7 секунд. Вот, а ждешь 3 часа. То восхода, то заката. Да, ну там то режим, то еще что-то. То понос-то золотуха. Вот. Но это своя специфика кино. Кто-то очень любит, вот кто-то не очень. Кто-то больше любит театр, из актеров имеют. Ваш пример показал вообще, что популярности можно добиться и без финансовых вложений, без рекламы, без раскрутки. Без этих жутких скандалов, когда все вообще на показ, на продажу. Без тусовок, без сплетен, без пересудов, без ничего. Оказывается, и это возможно? Потому что журналы, раскрутки и весь этот стиль, и так называемый шоу-бизнес, он появился несколько позже, чем появились мы. Поэтому здесь все очень просто. А тогда не было этих условий таких. Вот, просто мы появились вовремя. Именно тогда, когда надо было. Вот. И именно за столько, за сколько могли. Собственно, нам первый альбом стал $5000. Ну вот когда вы летите в самолете, предположим, и вам дают глянцевые журналы читать, и вы читаете очередную историю из жизни соседей по шоу-бизнесу, которая рассказывает все в подробностях о своей личной жизни, выворачивая белье свое, когда их никто об этом, в общем-то, не просил. Какие у вас ощущения при этом возникают? Отвратительные ощущения. Если это женщина, бог с ней, это нормально. Как бы. Да. Это нормально. Вот. Потому что внезапные истерики, слезы, там смена настроения. Бывает. И так далее, это как бы это можно понять. У мужчины я это понять не могу. Этот надрыв. Вот это все выворачивание там, своей души наизнанку. Там, слеза, там, не знаю. Это отвратительно просто. Вы ходите на приемы, тусовки, мероприятия, которые иногда, часто иногда у нас... хожу на какие-то приемы. Вам уютно там? Ну, поскольку это бывает редко, иногда просто надо. Там, допустим, новогодний прием в Кремле. Ну, надо сходить. Конечно. Или там на прием, там, посвященный Дню России. Вот. Там увидишь многих людей, которых можно не увидеть никогда. Вот. Иногда какие-то вопросы возникают все-таки. Вот. Что-то спросить, узнать. Я смотрю, как вы курите одну сигарету за другой. Вам вообще не совестно себя так гробить? Ну, а почему вы решили, что я гроблю себя? И кто сказал, кто исследовал эту историю, что взяли человека, дали ему в зубы сигарету маленького и довели его до гробовой доски и исследовали, от чего же он все-таки умер. Но не было. Но это все это очень такая, на мой взгляд, люди курят тысячи лет. И только в конце 20 века вдруг кому-то пришла в голову
идея, там ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, что это вредно, оказывается. В 60-х курили просто как подорванные в кино, там, особенно там итальянский неореализм. Там, французы. Французы, там, американское кино и так далее. Вот никто внимания, никто внимания не обращал. Да. Вдруг, все вдруг поняли. Да, и притом поняли на одной территории. Вот почему-то. Вот очень влиятельный, что курить вредно. Вот. Но все это распространяет на всех. Вот, мгновенно. Вот. Ну, вы в радость курите, да? Что значит в радость? Я и в горести курю. Нет, я имею в виду, вам доставляет удовольствие курение. Ну да, я бы не сказал, что у меня тошнит. Если бы тошнило, я бы не брал у себя. Для меня это просто абсолютно естественно. Многие выдающиеся актеры, и театральные, и киноактеры, и певцы прошли через увлечение алкоголем. У вас когда-нибудь были эти моменты с этим связаны? Мы увлекались, увлекаемся и будем увлекаться алкоголем. Мы нормальные люди абсолютно. Вот. Я не считаю себя законченным алкашом. Но если я сейчас, допустим, не выпиваю, вот. Ну, потом возьму и пойду и выпью. И что? И действительно, и что? И что? Как вы отдыхаете? Вот это вопрос, кстати, я всегда задаю себе. Отдыхать надо уметь. Я не умею, к сожалению. Вот нужно его как-то организовывать. У меня не получается. Нужно, оказывается, заказывать все заранее, чтобы куда-то приехать, и все у тебя было готово, и все нормально, никакого геморроя. А заранее не получается, потому что я не знаю, что будет заранее. Что будет дальше. Вот в связи с некоторыми особенностями деятельности. Вот. И поэтому все вот эти отдыхи, они весьма такие спонтанные. Вот освободилось какое-то там 5-6 дней. И поехали туда, ну поехали. Что, куда там? А сцена отдых? Сцена? Да. Вот вы выходите на очередной концерт. Если говорить о том, что отдых – это смена занятий, то сцена, в отличие от безделья, это смена занятий. Ты отдыхаешь на сцене, потом ты занимаешься своим любимым делом. Потом мне просто повезло. Мое хобби стало приносить деньги. Вот, и потом оказался какой-то голос там. Вот, набрался опыта, и получилась вот такая замечательная история под названием «Любовь». Просто, мне просто везет в жизни. Но вы, когда выходите на сцену, видите этот переполненный зал. Вот 24 ноября у вас будет концерт в Киеве. Вы выйдете на сцену, в которой уже раз, на эту сцену, видите, в которой уже раз полный зал людей, которые вас любят. Вот просто пришли, потому что любят. Сегодня заманить артиста на свой концерт, заманить именно, очень тяжело. Люди уже все поняли давно. И просто так никому не ходят. Ходят тем, кого любят. Вот вы увидите этих людей, вы посмотрите им в глаза. Для вас кайф будет петь вот 2-3 часа для них? Конечно. Но как вы думаете? Конечно. Группе Любэ через 2 года исполняется 25 лет. Продержаться вообще 25 лет в чем бы то ни было очень сложно. В шоу-бизнесе вообще невероятно. Тем более группой. Вы ощущаете себя таким ветераном уже? Ну, наверное. Мы стараемся молодиться как-то, но все равно годы берут свои. Но мы просто как-то получилось, что мы заработали очень серьезный авторитет все-таки за эти годы. Не все прошло даром. Вот ничего это, не прошло даром. Ничего не прошло даром, да. Было все, и тем не менее мы заработали серьезный авторитет в стране. Вот, и это очень дорогого стоит. Вот, то есть мы заработали репутацию. Вы могли представить тогда, в начале 89-го года, во что это все выльется? Нет. Вы думаете иногда об этом? Вспоминаете 89-й год? Ну да, мы сидим, да, с Матвиенкой. Ну, думаю, могли бы подумать, что такое так может произойти там 20 лет назад? Никоим образом. Это счастье, правда? По большому и по малому счету. Ну, сродни. Многие музыканты вашего возраста и постарше
признавались мне, что вообще выросли на Битлз, и если бы не было такого явления, как Битлз, не было бы их как музыкантов. Вы с этим согласны? Я согласен абсолютно. Я думаю, что у нас и вокальный инструментальный жанр, как таковой, который зародился в конце 60-х годов. Родился, да, благодаря этому. Он родился Битлз. Благодаря этому. Вот. А поскольку Битлз является одной из самых величайших групп, не самых, самой величайшей группой всех времен народов, это не я говорю, это говорит просто, это так оно есть. Это общепризнанная оценка. Вот. И потом мне страшно повезло, потому что в 73-м году аж я увидел на большом экране фильм «Хады знает». Я учился в 9-м классе. И все. Ну, как другой тут, человек. Как только можно. Просто, ну, это просто какая-то фантастика. Это нельзя было выразить словами, что это было. Что было за ощущение. И я счастлив. Вот я завидую, вернее, тем людям, которые вот впервые слушают какую-нибудь песню Битлз. Впервые. Вот их реакция. Вот это ощущение вот первости. Я просто помню некоторые ощущения, когда я впервые слушал ту или иную историю, песню битловую. Вы до сих пор иногда Битлз слушаете? Конечно. И что-то находите новое для себя, соответствующее возрасту, настроению? Безусловно. Я просто думаю, они как-то вот так получилось, они на все времена почему-то. И притом именно Битлз. Хотя громадное количество вот именно конца 50-х, 60-х годов музыкантов, которые тогда появились, вот они заняли свое достойнейшее место в истории рок-н-ролла, музыки вообще. Вот. Но Битлз, они как-то особенно. Они идут как-то, вот, стоят как-то отдельно. Михаил Боярский рассказывал мне, что у него была юношеская мечта увидеть живого Пола Маккартни. И вот когда он его увидел, у него появилась другая мечта – взять у него автограф. И он ему дал, его пропустили, сказали, что это наш символ. И Маккартни расписался ему на плакате. И Боярский совершенно ошалел, говорит, как пацан, потому что сбылась мечта юности. Вы видели Маккартни? Да, я пожимал ему руку. В Питере тоже, кстати. Ощущения какие вы испытали? Странное. Было такое опустошение такое. Это... Навел перед собой пожилого человека, высокого, с широкой ладонью. Я хотел сфотографироваться, а мы были в очень серьезной компании. И притом люди, которые меня пригласили, они спонсировали этот концерт. Это были руководители Альфа-банка. Вот. Им была еще рядом губернатор Матвиенко. Матвиенко, да, на концерте. Вот. И он должен был выйти и с VIP-группой, с VIP-гостями сфотографироваться. Так договаривались. Вот. А у них случился с женой скандал. Хизер еще был. Да. Она там что-то отхлебнула. Там у них свой шатер там был. Вот. Ну и, короче, он на нее наехал. Там, ну и такая перепалка. Он очень еле сдерживаясь вышел. Уже ему на сцену надо было. Тем более перед этим был дождь. Задержали концерт чуть ли не на час. Вот, и она такой несколько в раздраженном виде, и никаких фото. Он говорит, no photo, sorry guys, maybe later. И все. Вот, и только пожали руки. На этом мое знакомство с Маккартни закончилось. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був народний артист Росії Микола Расторгуєв.